17 сентября вся страна отмечала государственный праздник – День народного единства. Значимость этого дня в истории белорусского народа переоценить трудно. Ведь именно благодаря воссоединению Западной и Восточной Беларуси в 1939 году наша страна вновь обрела территориальную целостность, а люди – чувство национального единства. Сегодня, спустя более чем 80 лет, мы вспоминаем эту дату с особым трепетом и отдаем дань памяти и уважения тем, благодаря кому живем в мире, единстве и согласии. Это лейтмотив открытой диалоговой площадки, которая накануне праздника прошла в Ленинском районе. Ее участники – рабочая молодежь. Мы встречаемся с рабочей молодежью наших предприятий и организаций. Праздник, конечно, самый молодой государственный праздник, но, тем не менее, его история уходит корнями. Прошло 85 лет с того момента, когда наша страна объединилась. И как никогда актуально единство и сейчас. Наша задача – это, конечно, единство и консолидация государства и общества в данный момент. И собирая молодежь, прогрессивную молодежь, работающую молодежь – это те люди, которые будут в будущем строить нашу страну, сохранять ее независимой под мирным небом. Для этого с ними нужно проводить, конечно, диалоговые площадки. Собравшиеся молодежи рассказали об истоках возникновения праздника Дня народного единства, его неразрывной связи со всем белорусским народом и о том, что его объединяет с нашим родным городом. А также акцентировали внимание на том, что сегодня, когда есть попытки переписать историю, важно не бояться называть вещи своими именами, показывать то, что происходит, и объяснять причины происходящего. Стоит помнить, что не ведя честный и открытый диалог с молодежью сегодня, мы рискуем, что завтра эту возможность использует кто-то другой. День народного единства имеет глубокий духовный смысл. Он учит нас быть едиными и уважать подвиги наших предков. Этот день – знак уважения к истории нашей страны и продолжения ее славных традиций. Диалог для молодежи очень важен, так как необходимо сохранять преемственность и чтобы наше поколение помнили о наших предках. День народного единства для молодежи очень важен, потому что он напоминает о важности сближения и поддержки друг друга в трудные времена, а также о том, что национальное единство является ключевой составляющей в обеспечении устойчивости и процветания страны. Такая сложная работа Ленинской администрации, работающей молодежи – это еще один шаг к сплоченности.